время не суток, с вами аж два. И сегодня обзор на последнюю игру, использующую видеоставки в качестве основного геймплея. И как вы думаете, какой жанр игры меньше всего подходит для игровых автоматов? Ну, лично я думаю, что квест. И, о, какая неожиданность, это игра квест, и называется она «Скитание Тайра». Правда, как оказалось, у этой игры достаточно интересная история, так что давайте-ка сначала ее послушаем. Спасибо. Что ж, это долгая история. Все началось тогда, когда мне было всего 6 лет. Точнее, минус 6 лет. Вот так правильно. В то время начинающая игровая компания RDI Video System выпустила игру Dragon Slayer, или как ее у нас переводят иногда, «Убить дракона». Да, я уже обзор эту игру месяцев 8 назад, можете посмотреть. Игра была в то время очень популярна, и многие ее знают до сих пор, потому что у нее около 68 переизданий. Разумеется, после такого успеха компания не остановилась. И в 84 году вышла вторая игра, которая называлась... Нет, «Космические асы». К сожалению, несмотря на ту же превосходную анимацию бывшего аниматора Диснея Дона Блата, игре не удалось повторить успеха Dragon Slayer. Ну что ж, и тогда разработчики решили сделать самое логичное, что можно было сделать в данной ситуации. Это выпустить... Dragon Slayer 2! Нет, свою собственную игровую консоль. Свою собственную игровую консоль?! Для таких игр? После разработки только двух игр? Ну ладно, наверняка в том далеком 84 году подобная игрушка была просто пределом мечтаний, и дети отдали бы все, чтобы иметь такую офигенную консоль Halcyon, которая стоила в те времена всего лишь какие-то... $2500? Они совсем охренели? Да ребенок должен уже в утробе матери крэком торговать, чтобы купить себе такую игру. Представляю. Сын, мы с матерью накопили денег и решили купить себе подержанную машину. Не, купите мне лучше Halcyon. Это такая игровая приставка. А я вот, кстати, давно подозревал, что ты кретин. Ну ладно, пофиг на цену. Наверняка были дети бизнесменов, которым давали любые деньги, чтобы забыть, что они вообще есть. Но эту цену с лихвой компенсировало то, что на этой замечательной консоли вышло аж... Две игры! Кто купит консоль за $2500, чтобы поиграть в две игры? Это Да если бы сейчас фирма Roldan выпустила на рынок свою консоль, в которой единственной игрой была бы «Приключения веселой Макаронины», у них и то было бы больше шансов. Эти две игры были Tyler's Quest и Riders vs Chargers. Конечно, анонсировались и другие игры, но компания RDI Video System внезапно банкротилась. Вот это поворот! Так, успокоились. Вскоре эти две игры вышли и на аркадных автоматах. Зачатки Dragon Slayer 2 были выкуплены Digital Leisure, и игра вышла через 8 лет, но история не об этом. Игра Tyler's Quest, можно сказать, погибла, но возродилась в 96 году, когда фирма Virtual Image Production переиздала ее на CD, назвала Kingdom The Far Reaches, и изменила имена главным персонажам, потому что они звучали как глухие 70-е. Уж не знаю, имело ли это переиздание успех, но фирма обанкротилась. Ого, это так иронично? Угу, ага, иронично. И все бы оставалось так хорошо, если бы в 2005 году компания Digital Leisure не переиздала ее снова. Вернее, переиздала самую первую версию игры с настоящими именами персонажей. Через два года, в 2007 году, этот релиз докатился и до России, и компания 1С с удовольствием его озвучила. Ну уж не знаю, принес ли этот релиз им такие уж большие деньги... Но лично я нашел этот диск в корзине все по 39 рублей. И самое главное, что... Так, все, хватит истории, а то мы до обзора так и не доберемся. Но то, о чем я хотел сказать, на самом деле очень важно в данный момент. Ну и что? Ты думаешь, на самом деле лучше так поступить? Да. Наш интриганагнитометр уже шкалит. Окей. Ну, как знаешь. Переходим к игре. И как и раньше, подобные игры на моем компе фрапсом или другими программами для записи видео не пишутся. Так что будем снимать на камеру. И мне кажется, ли у каждой последующей игры окошко все меньше и меньше? Хорошо, хоть его и как и раньше можно растянуть на весь экран. Да, и сразу плюс. В этот раз, несмотря что анимация удовольствие дорогое, тут сделали достаточно внятное вступление, и это круто. И сразу минус. Анимация тут куда хуже, чем в Dragon Slayer. И это плохо. В любом случае, мы видим нашего главзлодея. Упс, по-моему, я только что открыл несколько правил по пользованию главным злодеем.
Во-первых, он не любит яркого света. Во-вторых, надо держать подальше от воды. Но самое главное, никогда не кормить его после полуночи. После этого происходит диалог. Время древних правителей прошло, и ты, дружище, последний из их рода. Нет, сэр Сабаль, есть еще один человек, тот, чье время придет. И он расправится с тобой. Найди его! Ну что ж, чувак спалил меня ради красивых предсмертных слов. Появится человек, который победит тебя. Уже сейчас? Нет, он пока маленький. Не подскажешь, где он? Давай карту. Спасибо, мужик. Ну и после такого явного фейла к нам отправляют одного человека. Одного человека из всей этой гребаной ящерицы-лягушечной армии. А вы знаете, я не против, если во всем этом мире у всех рак мозга, мне это только на руку. Ну а мы переносимся к главному герою, и узнаем, что злодея Сарсавали мы можем остановить только магическим талисманом, который Верховный Маг давно разбил на 5 частей, чтобы уберечь его. Как мне это знакомо. Вот был у меня один друг. Слушай, чувак, я давно хотел отдать тебе твою Нинтенду, на, держи. Спасибо, конечно, большое, но, ты знаешь, по-моему, она сломана. Да, я это сделал, чтобы уберечь ее. Да, и эти 5 осколков мне надо найти в 5 королевствах, чтобы победить вот это. Ну, тут, ну молодцы, ну кто опять накормил нашего князя тьмы после полуночи, а? Ну, я... Ну, молодец, хорошо, хоть ты его не намочил. Упс. Что значит упс? Но прежде чем пойти на Final Battle, осталось одно последнее испытание. И для этого нам надо задействовать чары странника, которые, по-видимому, позволяют нашему герою обдолбиться без ничего. Я не могу назвать ее такой бесполезной уж суперспособностью. У меня есть пара таких знакомых супергероев. Наркоша мэн, бухарик мэн. Они никого не спасают, потому что в говно. И теперь надо выбрать между левой и правой дверью. Ну что ж, выбираем черную. И я сразу умираю. Представляю, что было бы, если я играл на нее на аркадном автомате. Ну что ж, я уже потратил один полтинник, потрачу еще один. Навстречу приключениям! Да, вы знаете, я понял, у меня просто прекрасные друзья. Один меня спалил, другой усложнил проблему в 5 раз, третий вообще чуть не убил. Ну ладно, мы выбираем теперь левую дверь и... Че, все? Последнее суперэпичное испытание закончилось? Знаете, я, конечно, возмутился бы, но предчувствую, что всяких драконов и принцесс Фурсинка себе домой спионерил. А двери выпилить не смог, вот и остался такой единый магический тест, блин. Что ж, дальше нам дадут 3 свитка, которые должны помочь, но каждый из которых может быть использован только раз. И предлагают, куда мы хотим отправиться. И в этом было бы очень много смысла, если бы то, куда нам предлагают перенестись, не находилось бы друг от друга в паре локаций. А эти локации не были бы открыты с самого начала игры. Так что смысла в вашем выборе нет. Я уже как-то привык, что в любых выборах в нашей стране нет смысла, так что я не претензий нет. Ну что ж, вот я где-то появился. Куда пойти? Пойду сюда. И я умер. Еще полтинник! Навстречу приключениям! Ладно, дальше нет смысла скрывать. В этой игре около 12 локаций, попав на которые вы моментально погибнете, и тут ничего не поделаешь. Также тут более 20 локаций, попав на которые вы, возможно, умрете. В третьей из них, правда, вы можете применить чары странника, чтобы переместиться рандомно куда-то еще. Еще в паре из них вы сможете просто уйти отсюда, пока не умерли. В остальных же вам дадут возможность тут использовать, чтобы не сдохнуть. Но у вас есть всего только одна попытка. Если вы вдруг использовали то, что нельзя использовать, чтобы вы не нажали, вы труп. Кроме того, в большинстве случаев вас еще и ранят. Что в этой игре значит две вещи. Первое. Вы не можете нести больше 4 предметов, и что-то придется выкидывать. И просто мечтайте, чтобы в том месте, где вы брали его в первый раз, он снова появился. Второе. Теперь в случае чего вы уже точно умрете, и почти половина экранов теперь для вас это смерть. Хорошо, хоть иногда вы можете вылечиться, но таких локаций только 3 за игру. И все. Ладно, вру, не все. Почти на каждой неопасной локации, которая вам встречается, кто-то дает вам подсказку. Камни заключен кристалл, но тиски проклятия крепче. Не забудь про волшебство, с ним задача станет легче. Спасибо, да. Мой
Мой сын был как ты, когда усвоил, что холодное пламя, бушующее на болотных пустошах, может уничтожить призраков земли. Так, ладно. Коль к водопаду ты пойдешь, недуги все тебя оставят. Что еще раз? С помощью кристалла Лотара ты сможешь победить хранителей. Я не успеваю записывать. В хрустальном замке за факелами сокрыто знание, за хрусталем волшебство, а тьма несет смерть. Да пошли вы нахрен! Ты разве не знаешь, что нынче в деревне управляют лорды гильдии? Ради твоей покойной матери, не доверяй им. Просто заткнись! Слыхал байки об осколке? И пользуются тебя. И хранили у себя в дорогу. Черный маг заключил кристалл. Скажите мне еще что-нибудь? Я серьезно, на каждой гребаной локации вам дают совет. Так что уже с самого начала у нас тут просто куча подсказок. Причем если вы придете еще раз на ту же локацию, подсказка уже будет другая. И так три раза. Но если вы прослушали первые две, иди гуляй, повторять будут только последнюю. А учитывая то, что в самом начале может опасться подсказка к самому концу игры, тут на самом деле надо их, наверное, записывать. А то вот хрен с два вы догадаетесь, что хрустальных пантер у входа в замок надо убить лазером, который какого-то хрена вылетает из кристалла. Знаете, мне кажется, несмотря на то, что игра первоначально выходила на консолях, ей прочили будущих игровых автоматов. И это прям чувствуется, так как она постоянно хочет наварить на вас как можно больше бабла. Вы знаете, эта игра прям как Дракула из Кастельвании. В смысле, она возрождается каждые 10 лет для того, чтобы трясти с вас бабло. И мне даже кажется, что... Это еще хуже. Ну ладно, это еще приемлемо. А в этот раз игру, на которую будет обзор, отгадал Алексей Карапушкин с ником Петрович. За что ему, разумеется, хвала, и за что я мог бы ему с радостью присвоить бы звание самого галантного членистоногого джентльмена в группе. Молодец. А игра, на которой будет следующий обзор, подсказка будет после следующего видео, и она будет не такая уж и сложная. Так что ждем.